Как на Руси строили дома? Дома позднего времени, они уже строились над землей. В том числе иногда даже под клеть строилось. Было пространство под полом для того, чтобы там можно было разместить какие-то хозяйственные принадлежности. Почему хлеб у русских считался главным продуктом? Мы понимаем, что хлеб – это ценный продукт, который дает нам не только сытость, он дает нам силы, и при этом он нам дает здоровье. Как играть в бирюльки? У нас есть шкатулка, и из нее высыпаем в кучку беспорядочно много миниатюрных маленьких игрушек. Смотрите программу «Самара многонациональная» 30 октября в 20:30 на телеканале «Самара ГИС».